И у меня была дорожка, хоть не прямой, а все же путь любви и счастью понемножку, добра и правды по чуть-чуть. И жил, себя не утруждая, а как еще, так жили все. Какие там ворота рая? Я видел жизнь во всей красе. Но время шло, и позолота слетела с этой красоты, и на каком-то повороте я рухнул в яму с высоты. А в яме тоже жизнь простая. Жалей себя, болей, страдай. Себя и все вокруг ругая, я научился слову «дай». А как любить, когда все мало? Жил для себя, во всем расчет. Как добрым быть? Ведь сил не стало. Так жили все. А как еще? Но, слава Богу, хоть и поздно, подняв глаза от суеты, из ямы я увидел звезды другой, небесной красоты. Еще душа чего-то ждала, и в наступившей тишине одна звезда вдруг засияла. И что-то дрогнуло во мне. И вдруг почувствовал всем сердцем, что снова тропку я нашел. Из ямы вдруг открылась дверца, и я пополз. Потом пошел. И жизнь моя вдруг осветилась, небесный мир позвал меня, и сердце трепетно забилось, коснувшись дивного огня. И я иду, хоть спотыкаюсь, ведь можно по-другому жить. Я научусь, я постараюсь бороться, верить и любить, и счастью быть. Теперь я знаю, жить не хочу, как все во зле. Небесный мир святого рая построить можно на земле.